Всем большой привет! Сегодня будем готовить быструю и вкусную запеканку из молодых кабачков. Делать мы ее будем без духовки, на сковороде, что особенно актуально в летнюю жару. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала подготавливаем все овощи. Кабачки нарезаем ломтиками толщиной где-то 0,5 сантиметра. Помидоры режем примерно такими же дольками. Чеснок разрезаем на тонкие пластинки. Укроп и петрушку мелко рубим ножом. Дальше делаем заливку. Разбиваем в миску яйца. Добавляем майонез, зелень и хорошо взбиваем венчиком. Теперь разогреваем сковороду с маслом, выкладываем туда чеснок, жарим буквально 1-2 минуты и засыпаем кабачки. Жарим под закрытой крышкой на небольшом огне 10 минут, при этом периодически их перемешиваем. Затем добавляем кориандр, перец, соль, перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем жарить еще 2-3 минуты до мягкости кабачков. После чего содержимое сковороды разравниваем, заливаем приготовленной яичной смесью и раскладываем сверху помидоры. Снова накрываем крышкой и жарим еще несколько минут до мягкости томатов. Дальше посыпаем все сыром. Опять накрываем крышкой и выдержим 2-3 минуты до расплавления сыра. Вот и все. Потратив на запекание в общей сложности 20 минут, мы получаем вкусный и полезный ужин. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.